Сукар Тюрки разработал первый цифровой проект. Он будет профинансирован в рамках программы Horizon Europe, являющейся ключевым программой ЕС по финансированию проектов в сфере исследований и инноваций. Данная программа охватывает проекты по борьбе с изменением климата и способствует достижению целей ООН в области устойчивого развития. Сообщается, что проект, объединяющий 10 международных партнеров консорциуме, направлен на разработку цифрового инструмента, который посредством искусственного интеллекта обеспечит энергоэффективность на крупных производственных объектах. По словам генерального директора Центра исследований и разработки и инноваций Сукар Тюрки Пилала Гулиева, цифровой проект послужит развитию среднесрочных и долгосрочных стратегий цифровизации, а также устойчивости и оптимизации энергопотребления. Также проект призван внести значительный вклад в сокращение выбросов углекислого газа.